Тогда мы едем к вам. В Югре для жителей отдаленных поселков консультации проводят сотрудники многофункциональных центров. От боксера убежать не смог. Спортсмен из Нефтеюганска задержал грабителя. Рецидивист угрожал ножом. Куклы из фартука и утварь из камыша в Сургуте провели дни финно-угорских народов. Традициям обучали на мастер-классах. Добрый день. Эфир телеканала «Югра» продолжает выпуск новостей. В студии Демурий Апаликов. Югорских чиновников продолжают обучать борьбе с коррупцией. Исполнение поручений президента России о повышении квалификации государственных служащих